Итак, всем привет, меня зовут Денис, на канале Free Days Play, это будет тестовое такое легкое видео, потому что у меня какие-то проблемы со звуком, он что-то проседает, бывает, в плане микрофона, записи. Не знаю, что он начал проседать, переустановил, конечно, винду, ну это еще было до проседания, конечно. Что это? Это у нас игра, четвертая часть, четырехлогии. The Dark Pictures. Часть называется у нас Devil of Me или Devil of Me. Типа дьявол во мне, я так понимаю. Ну что, начинаем, да. Новая история. Естественно, серьезная. Тут без этого никуда. Да, ячейка первая. Окей. Не первый раз, поэтому понятно. Отель. Я думал, это будет тюрьма и что-то еще такого плана. В предыдущей серии в конце там было что-то у нас. Я думал, был разговор про тюрьму. Некоторые решения спасают жизнь. Ну, конечно. Другие же ее забирают. Я так и понял. А, ведут к смерти. Колесо 80 Выбираете метров высотой. С умом. Джефф, можешь представить? Ну, я пытаюсь. А вы заметили, что изменилось? Километров. Мы должны на нем прокатиться. Полный экран. Если тебя это порадует. А меня радуешь ты. Полный экран. Выходит, ты от меня не устала. Раньше после была обрезка. Дня замужества. Ладно, я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. Раньше было сверху и снизу черные полосы. Кажется, пришли. А здесь полный экран. Удивили. Спустя 3 серии на 4-ю сделали наконец-таки нормально. О, да тут чудесно! Как в рекламе. Офигенно! Угу. Ну, пойдем? Ну, пойдем. Ресепшн. Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Ага. Бздынь, бздынь. Еще раз? Да посильнее. Еще себе не надо. О, это необычно. Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Зря ты сказал, мне кажется. Вот уж штрих-коды появились. Это, наверное, все что-то заняты. Да, наверное, все. Наверное, все чем-то заняты. Так дела не делаются. Ага. Раз где не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально. Да-да-да. Вот моя Мари. Во всем видит что-то хорошее. Угу. Я уверен, не здесь. Я надо приношу видеть. Извинения. Ой. За то, что напугал и заставил ждать. Надо Усач. Было кое-что уладить. Прибрать, да? Прибрать надо было что-то. Кровинушку там, к примеру. Трупики обещаю, всякие. Что отныне вас ждет только хорошее. Угу. Веселуха. Я рад, что вы выбрали наш отель. Вот, распишитесь. Впервые в Чикаго. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да, но это не все. Сегодняшний день для нас особенный. А, молодожены. Угу. Это же просто замечательно. Прекрасно. Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться.
Да, сегодня начался наш медовый месяц. Мои поздравления. Покрутили? Что тут? В таком случае нужна комната получше. Вот. Номер для новобрачных. Отлично. Ой, ну, расписывайся. Что надо дороже. Сделать? Хм. Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Это подарок отеля. Вы у нас первые молодожены. О, как это мило. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. У вас прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор, конструктор, строитель, врач, художник. У меня много разных интересов. Впечатляет. Угу. Можете осмотреться. Вскрытие трупиков. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Деваться надо. Все для наших гостей. Что-то он какой-то подозрительный. Так, что из вещей я забыла? А что ты забыла реально? Что это такое? Что это и что это? Что это такое? Бухландия? Чё мышка появилась? Не понял. Что там? Ну переверни. Я хз, что это такое? Ля, тут выбирать можно. Ой, простите, мисс. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе. Все тебе скажи. Интересно, что там? Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Угу. Мы что, ищем приключений? Возможно. На попу. А он вскрыл именно. Здесь выбил просто ее. Идет ремонт. Вот тебе и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? Ага. Нажмите так с вкусом, я понял. Все. Ох, как быстро бежит. Что подфризывает что-то. Что она подфризывает? А? Не закрыл. Вот это приключение. Приключением будет спать на улице, когда нас отсюда выставят. Пошли.
Прошу, располагайтесь, этот номер для вас. Ничего так. Большое спасибо, мистер Холмс. Красотища. Устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Да, конечно. Я царапины. На дверях царапины были. Боже, это номер достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. Пощечину. Жены так себя не ведут. Эй! Ха! В яблочко! Это война. В табло. А чё, я в табло хотел? Мне стоит бояться? Еще как. Мазила. Давай еще в табло. В таблище. Сдаюсь, сдаюсь. Ладно, ты победила. Ничего не повредила? Только мою гордость. Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Закрой глаза и встань к зеркалу. Это так мило и романтично. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Все нормально? Да. Так, открой глаза. Курс изменен, отлично, ничего не делал. О, Джефф, красотища, спасибо. Вот. Ну, победа за мной. Иди теперь прими ванну. Это что, будущий телевизор этот самый? Видеокамера? С посторожением. Что там такое, не открывается? Заклинило. Может, толкнуть посильней? Давай, 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 давай. Сезам, откройся! Спасибо. Ты побрейся, а я быстренько приму ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Кыш, брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Протупанул. Надо было взять бритву и набор. What motherfucker. А я взял какой-то шампунь чи что-то. Как я так мог тупить? Давай быстрей. По Шурику, давай, давай, давай. Стоять? Открывать можно? Да ладно. Чё, реально? Спокойно. Не открылось. Спокойно и не открылось. Ладно, ладно. Хотя было открыто. Мы же открывали. А еще можно открыть дверь? Не? Не. Ладно. Готов поклясться, мы шли здесь. Не понял. Картина. Что? Вау! Ух ты, елки-палки. Не на то нажал. Хорошо, хоть он схватился. Господи! Мари! Ага. Я сам в шоке. Мари, отель. 1931 год, вроде.
А, стрелочка вверх. И что это? Наверное, все-таки я неправильно выбрал, да, момент? Она была не фляга, она была этот самый. Подожди, там кто-то был. В зеркале. Отражение в зеркале, кто-то был. А закрывается вроде вправо, не влево. Ну ладно. Или наоборот, я уже не помню. Это ты, милый? Джефф? Хз-хз. А, ты решил поиграть в другую игру? Расслабиться. Осмотреть. Курс изменен, отлично. Кто это тут подглядывает? Что вы себе позволяете, мистер... Холмс? Ну, что вы здесь делаете? Джефф! Я боюсь, он вас не услышит. Зашибись. Нет! Отлично. Но я не закончил. Я... Нет! Не дергайся. Да там, по идее, башка должна отвалиться сразу. Так будет только больнее. О, красава. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Не помню, у него кровь должна хотя бы какая-то. Что? Здорово. Что вы? Что вы сделали? С носака вруби. Вруби с носака. Ваша жена немного поранилась. Немного откинулась. Вруби с носака. Все в порядке, сэр. Втащи ему. Шикарно. А чё ты боишься его, не понял? Прекрасно. Херня какая-то, да? Газ, ну да, конечно, газ. Что ж может быть еще, кроме газа? Эх, жалко, бритвы нету. Давай, ползи уже. Увидите, как друг друга умираете. Блин, ну это капец. Честно, взял бы бритву, что было бы. Наверное, тоже, все равно подкинулись бы. Вот так своем труп. Ты упускаешь последний шанс признаться ему в любви. Мари! Мари! Нет! Пердец. Мари! Порядок во всем, и все в порядке. Ты погляди. О, какая красота! Он продает эти самые, получается. Мама умрет на месте, такая. Сувениры. Послушайте, мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. Козел. Oh,
Ну вот тут с полосками. Won't you spare me over till another У него всегда компас, походу, налево поворачивает. Что я вот заметил. Здрасте. Ну, чё ты молчишь? Ты обычно всегда начинаешь говорить сразу. Олд, это вы. Долго пришлось ждать? С возвращением. Приятно видеть знакомое лицо. Один вечер. В прошлый раз все погибли. I wonder if you were even trying. А что с языком? В прошлый раз стеки все погибли, я всех... Вы это... Я один только. Я рад вашей компании. Что я обалдел? Слишком долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях. И о том, на что они способны пойти ради искусства. Оно способно вызвать разные чувства. Восторг, вдохновение, страсть. Да. А еще сомнение. Страх. Ужас. Ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю. Время от времени... Вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Порой самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу. Вам выбирать последствия. Вам отвечать. Я не вмешиваюсь. Это нарушает правила. Я могу лишь наблюдать и фиксировать все... Ключевые события. О, полюбуйтесь-ка. Такая древность. Она называется обол. Их монетка. Клали в рот недавно усопшим. В качестве платы. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Началось. Я с радостью выменяю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. Что ж, приступим. Игра началась. Я буду наблюдать. Да. Меня зовут Кейт Уайлдер. Я магистр криминальной психологии. Ничего себе. Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. Даже когда ты просто говоришь, как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеальна, как и все, но... Я стараюсь и... Так, я Марк, я изучал фотографию в университете.
Мне очень понравилось, и теперь я хочу заняться ей всерьез. Ну, да, это типа профессия. Изучать фотографии — профессия? Я много лет занимаюсь светом. Вижу проблему, освещаю. А это разве не... Болтать как особо Клариса, и главное, только темная. Что ты скажешь? Там она светлая, а тут темная. Надоело быть одной. Угу. Простите, надо начать с профессии или с личной информации? Просто, ну, у кого потом будет доступ? Не да люблю всех. Говорить о себе. Так, я Чарли Лоннет, родился в Англии, но тут уже лет 20. Прошлый проект шел по плану, мы хотели... Задумка была, по-моему, просто отличная, но... Ну, понятно, короче, не выгорел. В итоге вышло не так, как я надеялся. Получилось говно, если честно. Ну, я шатуш. Мы услышали достаточно. Засудили, что ли? Разве? А. Я ведь едва начал, ваша честь. Вы не понимаете. С рождения во мне живет дьявол. О. Я мог противиться желанию убить, не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Выройте яму поглубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Ничего себе усище. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. 7 мая 1896. Герман Маджет, он же Генри Г. Холмс, был повешен. Во время казни шея сломалась не сразу. Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. 15 минут. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. До 100, да, почти 200 человек. Хрена себе. Первый серийный убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. 200 человек. Его гроб охренеть. Залили бетоном, как он и хотел. Надеялся ли он скрыться от Божьего суда? Или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? Ну? Как вам? Че, по-моему, нормально. Если честно, Чарли, это какое-то... Погоди. Лоннет Энтертеймент. Это Чарльз Лоннет? Слушаю. Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюмет? Вообще-то это я могу помочь вам. Послушайте. Я признателен, мистер. Послушали. Это звучит прекрасно, но... Я не... Не хочу грубить, но... В чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда, в 4. Ждите. После обеда? На съемке нужно дня 2. Дергать команду на выходных – гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да, конечно. Мы за. Я приведу их. Обещаю. Все будет. Да. Вы от мистера Дюмета? Мы... Откуда материал? Грузимся, народ. Да, мне кажется, что это не немножко надо. Подозрительно, да? Прости. Чё ты? Ага. Еще и штурнула. Это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. Хочешь? Все будет отлично, но правда. Авантюра. Веселье. Ну чего?
Погнали! Ура! Юху! Вау! Будет супер! А, кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Именно. Я без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной Топике. Я ни при чем. Да только ты и при чем. Правда, потому что головой думать надо. Так, ладно, Чарли, что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Гэга Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи, документы, артефакты. Я же сказал, это спасет шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Пахнет писюнами. Простите за секретность. Но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть сведения о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин. Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники — это фигня. Ладно. Ради шоу. Обещаю, вы не пожалеете. Прям как в Топике. Что ж там такого было? В этой Топике, интересно. Если этот чувак такой богатый, где прислуга? Он нам распустил. Поможет? Ага, ясно. Не проблема. Спасибо, друг. Не напрягайся. Козёл. Ладненько. Что теперь? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. О, там... зря. Правда, повыше. Что такое? Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Марк, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи. Не понял. Идем. Он что-то боится. Чего боится Марк? Так, монеты, да, говорите? Вау, он бегает, ничего себе. Давайте порыскаем, посмотрим. Тут нету монеты, туда спуститься нельзя. Здесь тоже я не вижу, лёг, какое управление быстрое. Как прицелиться, так ёлки-моталки надо. Раз 10 шевельнуть. Тут тоже нету монеток. Тут поломано. И тут нет монеток. Я думал, сразу со старта будет монетка, а тут нельзя, не? Нет. Слишком долго. А ну, тут ты успокойся, ты слишком долго, нормально. Пойдет, тут монета должна быть где-то. 100%. Нигде, да? Ну ладно. Ну и ладно. Слишком долго, видишь, какой. Да, реально, на весь экран, я в шоке. Предыдущие серии были постоянно сверху темные и снизу темные. А сейчас эй, по максимуму. Народ, вы где? Шоты. Идем! Все нормально, двигаемся. Медленно, но уверенно. Птичка, лети, птичка.
он прыгает. А не, он не прыгает. Я думал, он прыгает. Воу, воу. Что за фрезы? Кошмар, как громко. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. Чуть не обгадился. О, план не сработал. А кого? Ничего, найдем обход. Нету никого. За мной. Жизнь за хороший кадр? А... Не вижу ничего опасного. А перевод, знак, что можно упасть в океан? Опасность. По-моему, довольно опасно. Да порог. Ну, им просто положено что-то такое писать. Ерунда. А я не согласен. Да, обычно эти знаки надо им прислушиваться. Нажмите, да-да-да, нажму сейчас. Нажал. Где монетки? Слушай, Марк, я хотел сказать... Спасибо за поддержку. Какую? Что, за эти съемки? Да не за понял. Все сразу. А то кое с кем бывает трудно. Иногда. А что, и там можно залезть, да? Джейми и Кейт ни за что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал, и там можно залезть. Последний эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да. Какая разница? Того. Я слепой или я ничего не вижу? Никаких монет тут нет, походу на это самое, на дурил. Наипал, наверное. Ладно, о-о. Если честно, мне просто хотелось побыть здесь, вдалеке от остального мира, чтобы слегка сбавить темп, привести мысли в порядок. Сбавить. Он бегает неправильно. Зачем это надо? Да просто расслабиться. Мне этого шо не это? Понять. Сильный был шторм. В память о жертвах странного шторма 1 мая 1907 года. Какая херня у меня тут летает. Но. Да ёпты, не поймал. Ой, хер с ней. Улетело. Так, в этот день погибло 187 человек экипажа и пассажиров парохода. Много воздуха взял. Кассиопия. Обалдеть. Разбившись, вся скала внизу. Ладно. Кассиопия. Ну, конечно, так назвать. На косяк пошел. Рифов. Давай, и прыжок. Чуть не отца, не задохнулся. Наверное, курит. Стопудово курит. Давай, и прыжок. Открывай дверь. А через дырку пролезть. Зачем так нагинаться сильно? Жигалка. А в этом было Q, предыдущем. Нажал Q, да и все, и не паришься. Дайте подожгу куртку. Будешь светиться, как лампочка. Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Без проблем. Мне нужно твое внимание к деталям. У меня сейчас и так куча проблем, Чарли. А, да, ладно, поезжай. Да едь, без возьми проблем. Возьми пару недель. Разгрузи да. голову. Спасибо. Десятка монтажом 3. Я справлюсь. Сделай, как я. Возьми отпуск. Тебе есть кого навестить? Ну, так. Тапки. Никакой миссис Лонет не завалялась случайно нигде? Не завалялась. Женат на работе. Женат на работе? И как идут дела в браке? Если сравнить с реальным браком, весьма неплохо. Женат на работе. Прям как принц Персии взяли. Это я помню. Показалось, что в ступеньке. Ну ладно. А чё ты там стоишь? Сыкотно, да? Да пошел нормально. Наверх? Не? В дырку? В расщелину, ну полезли. Сейчас зацепится за штырь. Он торчит впереди. Ворон. Боже, что это? Манекен стоит, типа, отдыхает. Наверное, сука. Часть старой экспозиции.
Да, скорее всего. Вот это скример. Я б тебя сейчас бы втащил. Долбанная ворона отвлекла. Это, наверное, был момент, чтобы отвлечь именно вороной. Ох, зараза. Бляха, все, в груди болит. Какого хрена тут фонарик делает? Не помню. Что там было написано? Че, пошли? Че, я не нашел ни одной монетки? Идешь? Шарился. Да. А ну, вот тут может есть. Просто смотрю на свет в тумане. И как это впишется в шоу? Да я так. Пошли. Нигде? Типичный фотограф. Тут нету ничего. Это просто так не выключить. Аж смотреть. Есть много пересечений между творчеством и работой за деньги. Хорошо, смотри. Уверен. С Кейт вы как-то не очень удачно пересеклись. Мы решили сейчас не трогать эту тему. Главное, чтобы работать не мешал. Так, подожди. Подожди. Там он что-то проползти можно. А что написано? Пробраться. Это понятно. Сейчас, секунду. Ага. Ничего себе, духалка. Тут ничего. Сюда нельзя. Закрыто, там ничего не видно. Сюда можно. Зажигалку достань, пожалуйста. Вот это прекрасно. Осмотреть. Давно его не обслуживали. А сигнал почему работает? Но туман-то никуда не делся. Теперь тут автоматика. 2000 год. Фригласи. Так. Ага. Компрессор, да? Red please. Давай почитаем. Тихо. Ну, не переворачивайся. Что такое? Держитесь, ребята, я буду постоянно видеть. Правильно. Так, дальше. Проверка сирены прошла. Случайно нажал, давай. Поворачивай. Прошла успешно, автоматика работает. Сегодня мы проведем последние испытания и затем сможем собираться. Несколько человек сообщили, что тот бездомный снова ошивается поблизости. Мы собираемся усилить охрану комплекса и провести последние проверки сегодня. И на всякий случай завтра нам не нужно, чтобы кто-то пострадал. Что значит ТС? Инициал, типа. В остальном все работает отлично, так что продолжайте в этом же духе, и к концу недели мы отправимся домой. Что, кто такой ТЦ? Почему тут написано? Я понимаю, что ритми, или это... А, понятно, это отобразилось. Ясно. Ладно, работники, короче, были. Я понял, открыть нельзя. И по итоге тут ничего нету. Ни монетки, ни фигашки. Вообще ничего. Стол открыть тоже нельзя. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. И здесь ничего. Тьф, смысл тут? Залазь уже. И шо, я думал, монетки будут. Шо там? Ну, большая, да, дырка, ничего не скажешь. Слышь, монеток нету. Вообще нигде. Ни те монеток нет. Ничего ни одной не нашел.
Ладно, пошли протиснемся. Что там за звук такой был? Споткнулся, что ли? Или этот самый? Чаек подошел. Ох, тут именно будешь... Ах, офигеть, какой чистый. В принципе, можно было и на прицеках нормально пройти. Не падая на живот. Не собирая пыль. Ну и какой-то у нас чистый. Та ёпт, как будто постирали только-только. Открываем. Шо там? Ты что, на себя тянул, что ли? Так, вот смотри, типа, о, ничего себе, открыл. Я ж держал, да? Шо там? Древняя штука. А шо внизу у нас? Отмычка, да? Чайник может открывать ящики. Да ну ладно. Отмычкой. О, монетка. Что это? И трава внутри. Это монета. Супер монета. Нам рассказали, на них могут давать что-то. Смотрите, монета. Еще раз повторишь? Эй, извини, если кажется, что я придираюсь. Эй. Без тебя этого шоу бы не было. Эй, малый, скажи малому. Я, может, за рулем. В смысле? За рулем Лонит Интертеймент. Но за двигатель отвечаешь ты. Это не так устроено. Господи, вот и хвали вас после этого. Спасибо, Чарли. Я понял. Не? Ладно. Давай, хватай. Ты... Что-то не спеши-то так. Схватись. Нет, залезть мне не надо. Мне надо схватиться. Поехали. Вот сюда. Давай. Все, годится. Теперь залазь. Еще залазь. Подожди, зажжем зажигалку. Зажигалку. А че? Бля, не зажигается зажигалка. Подумаешь, вошли через окно. Как тебя не посадили? Боже, что это? Удерживать Кьюшу. Ой. Все, удерживаем. Его. Что это такое? Какая встреча? Чего? Какая нахер встреча? Что это было? Собака, что ли? Что это было нахер? Встреча жопа. Картинки. А в первой части были... Да, остановись ты. На картинках можно было смотреть и видеть всякие эти самые моменты. О, дырка в стене. А вот и картинка. А, вот какие картинки нужны, да? На-на. Лодка. Они что, на лодке будут кататься? Ну, пролазь. Только не подожги тут все. Хорошо бы тут просто не сменить. И шторы повесить. И залить все санитайзером. Просто не... Просто не сменить. Тут ничего? Нет, тут тоже ничего? Нет. Просто не горит сменить.
Ты не боишься, что ты камеру где-то стукнешь и объектив разобьешь, не? Объектив дорогой. Это Чарли, я точно знаю. Что-то мне это все не нравится. Просто у кого-то такое хобби. Не дрейф. Фига ну себе, хобби. Мыши, птички, кролики, белки, вороны. Это зашибись. Что за хренотень? Чучело. Ух ты, дёрнулась. Собака. Что? Та штука. Только в другую сторону дернулась. Ой. Ля, клей, отвертка, батарейка. Чучело делают, живые. Живые чучело. Да ладно, так дышишь, как будто я не знаю. Ущитовая. Ничего. Это не открывается, не? Полезли наверх, короче. Я первый. Все будет хорошо, все будет хорошо. Что такое? Посмотри. Идеально. Точно. Снимай. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрупнение на маяк. На какой маяк? А, вон маяк. А это что? Да что же маяк? О, это за нами. Идем. Пора назад. Сейчас всю дорогу обратно идти? А, не, ну хоть как-то. Это он? Не знаю. Я его раньше не видел. А откуда он вообще узнал про наше шоу? Я как-то не спросил. Стрёмно. Так, ведем себя хорошо. Здравствуйте, мистер Ллойд. Он сам. Я Грантем Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Это Марк. Марк. Эрин, Джейми. Дамы. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Актриса, не терпится, да? Увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Да? Ну что же, отправляемся. Запалиска. Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да. Конечно. А тут чисто уйти с этого острова только можно вот так. Больше никак, я так понимаю. Ну или на лодке. Что там, улыбашки? Да-да-да. Будет вам трындец, я вам базарю. Потому что в первой части у меня двое выжили, во второй части тоже двое выжили, только в третьей части выжили четверо. Это был чистый фарт, поверьте мне. Так что тут, конечно, из пяти, если выживут двое, это бы хорошо. Уже кто-то шарит. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. Очень прошу. Да-да. Здесь что, опасно? Нет. Ну что вы. Точно? Потеряться можно. Вы как-то не уверены. Вам ничего не грозит. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго, так что осторожней. Здесь даже муха без спроса не пролетит. Боже. Сюда. О сумках не волнуйтесь, их принесут. Да неужели? Юмор так. Я не одета для похода. Ладно. Я не готовилась к вылазке на природу, мистер Дюмет. Нам недалеко идти, не волнуйтесь. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Ха! Это я так. Сечет фишку. Ужастиков насмотрелась. Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно? Это типа часа два. Просто иди.
Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Вам понятно? Я очень закрытый человек. Конечно, мистер Дюме. Тактичность кредо Лонит Интертеймент. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарна. О, ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И... мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. И медленно иди. Так, все, хватит. И снято. Нам правда пора идти. Как скажете, мистер Дюме. Сюда. Чего спешить так, я не пойму. А ты пока еще поснимай. Конечно. Сейчас это что за... задумала. Ну, чувак желтый. Ограничивает. Это точно. Сдавливает, так сказать, яички. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь? Того, пошарится. Что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? А что было в Глендейле? Что с ты тобой? Чего? Споткнулась о свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить. Джейми, побудь с ней. А че я? Ты можешь помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Тогда идем. Что происходит? Идем. Я потом объясню. Муха ущипнула. Вспомнила актерские курсы? Да, да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну а мы тут при чем? Я милая, а ты сумеешь хакнуть замки. Идем. Годится. Это тоже замки открывает, я не понимаю. У того отмычка, и у нее отмычка. И у нее отвертка. Больше похоже было на отвертку. Так, ладно. Закончим на этом сегодня. Заодно проверим, что там со звуком. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делайте репосты. Всем спасибо, всем пока.